В Балаковском филиале многофункционального центра «Мои документы» появился новый сервис – сектор пользовательского сопровождения. Суть его в том, что жители могут сами, без ожидания приема у специалистов МФЦ, оформить государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Учитывая, что общая цифровая грамотность наших граждан существенно возросла, мы предоставляем им отдельно оборудованное помещение, где они могут самостоятельно воспользоваться сервисом государственных услуг, зайти на сайт, заполнить необходимую документацию, отсканировать, распечатать документы. В день открытия сектора некоторые балаковцы, пришедшие в МФЦ, решили испытать новую услугу. У кого-то из них дома нет компьютера, чтобы оформить нужные документы через госуслуги и сайты других госорганов. Кому-то требуется совет специалиста, но отвлекать оператора в зале не хочется. В общем, некоторые плюсы в самообслуживании есть. Я никому не даю свои персональные данные. Получается быстрее, безопаснее. Быстрее, безопаснее, ну я сама вижу, что я делаю. В специально оборудованном кабинете имеется не только оргтехника, но и все необходимые инструкции, буклеты, памятки, в которых доступным языком указаны пошаговые действия заявителя при подаче им запросов на предоставление услуг в электронной форме. Но несмотря на то, что этот сервис создан для самостоятельного обслуживания, один на один с документами и сайтами балаковцев никто не оставит. В том случае, если потребуется какая-то помощь или поддержка в заполнении тех или иных бланков, заявлений, специалист всегда может прийти на помощь, эти специалисты универсальны, они с этими сервисами прекрасно знакомы и могут подсказать в любой сложной ситуации, любой вопрос на него ответить. В некоторых пилотных регионах страны подобные сервисы появились еще в прошлом году. Саратовская область присоединяется к федеральному проекту сегодня, начав с Балакова. В ближайшее время сектора пользовательского сопровождения появятся и в других МФЦ региона.